Каждый из нас любит вкусную выпечку к чаю, но мало кто любит возиться на кухне, готовя эту самую выпечку. Хочу предложить вам быстрый рецепт кекса в духовке, вы будете довольны, я уверена. Такой кекс готовится очень быстро, поэтому готовлю с утра, чтобы подать к столу. Подать его можно с пылу с жару, горяченьким, но верх кекса я обычно украшаю взбитыми сливками, глазурью, поэтому кекс остужаю. Также использую кондитерскую посыпку, но и без этого он получается восхитительно нежным и вкусным. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты. Сахар 1 стакан, кефир 1 стакан, мука пшеничная 300 грамм, сода 1 чайная ложка, яйца 2 штуки, масло сливочное 100 грамм, изюм 50 грамм, грецкие орехи очищенные 50 грамм, количество порций 6-8. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачного дня!